Все в порядке. Да, все хорошо. Просто я давно не был в церкви. Я забыл, какие они унылые, когда пустые. А я люблю церковь, когда в ней никого нет. Особенно я люблю приходить сюда ночью и молиться. Но вам храм может показаться унылым. Здесь молилась сестра Мэри? Да. И они с сестрой Изабель ухаживали за садом. Это был чудесный сад. Он существует и сейчас, но когда за ним ухаживала Мэри, казалось, что цветы в нем красивее, а овощи больше. Еще Мэри преподавала в воскресной школе, и дети обожали ее. Да, я уверен в этом. Я помню мать Изабель по своему прошлому посещению миссии. Она еще здесь? Нет. Нет, сестра Изабель умерла. Вот свечи, которые сестры ставят за нее. Я оставлю вас одного. Думаю, тишина окажет на вас благотворное воздействие.
Это очень мило. Прошу прощения. Вы поставили свечку за сестру Изабель? Да. И за сестру Мэри. Спасибо, что привели меня сюда, сестра. Здесь так спокойно. Знаете, здесь очень много разной работы. Если вы захотите вернуться, можете начать с сада. После смерти Мэри за ним практически никто не ухаживал. С удовольствием.